Защита прав и свобод, законных интересов молодых девушек, воспитание их в духе уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, привитие верности к идеям независимости, осознание национального самосознания, любви к родине и принадлежности к ее судьбе, определение и развитие чувства самопожертвования, защита от различных идеологических угроз являются актуальными вопросами воспитания девочек и девушек нашей страны. Эти проблемы обсуждались на областном семинаре, организованном по инициативе Управления народного образования Ташкентской области в средней общеобразовательной школе номер 2 города Алмалыка под лозунгом «Воспитание девушки – воспитание нации». В мероприятии приняли участие сотрудники областного отдела народного образования, районных и городских отделов народного образования, заместители директоров школ по духовно-просветительской работе, психологи, методисты, сотрудники Министерства внутренних дел и старшеклассницы. Выступившие на семинаре рассказали о государственной политике президента Республики Узбекистан в отношении молодежи и обеспечении ее реализации, а также о повышении интереса девушек к обучению, разъяснении сути непрерывного образования и направлении их в профессию. Было отмечено, что основной целью проводимых в нашей стране реформ по поддержке и развитию творческого потенциала молодежи является его широкая пропаганда среди молодежи, особенно девушек. В ходе беседы также уделили внимание всесторонней подготовке молодежи к семейной жизни, пропаганде здорового образа жизни среди девушек, предупреждению ранних браков и их негативных последствий, дальнейшему развитию представлений о святости семьи, разъяснению роли и ответственности девочек в этом отношении на основе аналитических данных и практических примеров. После официальной части талантливые учащиеся школы представили для гостей музыкальные номера. В то же время учителя районных школ также разыгрывали сценические номера, отражающие реалии сегодняшнего дня, проблемы, волнующие всех. В конце семинара участники получили от экспертов соответствующие ответы на интересующие их вопросы.